еще я сейчас встречалась с курьером, и мне прислали такую клевую кофту, точнее свитшот. Всем здрасте. Сегодня что у нас? Сегодня четверг, а это значит, настал день кинопремьер. Пригласили на предпоказ фильма «Hardcore». Был клип, а теперь фильм. Один парень снял клип одной группе. Этот метод съемки очень сильно понравился, видимо, Тимуру Бекмамбетову. И он предложил ему снять фильм. И они с этой технологией сняли целый фильм. Когда камера закреплена вот здесь вот, и ощущение, что вид из глаз, и человек бегает там всех убивает. Все, я пойду посмотрю. Надеюсь, это будет грандиозно, потому что шумихи вокруг этого фильма очень много, и неохота, чтобы это было просто пустым звуком. А сейчас я жду пацанов, и мы будем обсуждать ЧОП. Но не в ЧОПошной, а у меня дома. У-у-у, ребята, вот вы сидите и такие, типа, ДН, а что там, ну, новая музыка какая-нибудь вышла, или, ну, что-нибудь классное послушать. Короче, эта группа называется 4 буквы. D, V, S, N. V как галочка. Песня With Me, у них вышел целый альбом. Это ребята на лейбле Дрейка выпустили альбом. Две песни вышли у Дрейка. Controller с попканом. И вторая мне не понравилась, там слишком все лирично и медленно, при всей моей любви к Дрейку. Потрясающая штука. Че, пацаны, вы поехали, да? Нет. Крюха, а ты в Сочи поехал, да? Да. Нет. А мы с Сашей в Москве остаемся работать, да? Не сегодня. Я в Сочи поехал, я уже приехал. Да. В понедельник ты уже приедешь, но сейчас-то ты будешь 3 дня там в Сочи. Забудь книжку, Даша, отнести. А, да. Да. Фоткаешь? Да, да, фоткаешь. Еще другую позу. Еще какую-нибудь. Подсвечено. Больше харизмы. О, вот так отлично. Угу. Смотри сюда, смотри сюда. Размазывается. Да. Угу. И такую одну боковушечку надо, знаешь, да, что? У меня маленькая харизма. Да, мы знаем. Как у шиншиллы. Да. Сейчас со спины. Вот самое лучшее получилось, когда лица не видно. Не, плохо, Саня. Давай чуть-чуть вот назад. И, Саня, одну руку дай сюда, назад. Одну руку сюда, назад, да. Вот, отлично. Вот так, сейчас опять, да. В Москве пробки, как всегда, 4000 баллов. И мы попробуем сейчас среди этих пробок проскочить и успеть на премьеру фильма. Илья Сергеевна, ты когда там будешь готова? Да, сейчас еще готова. А ты чем ждешь от фильма «Хардкор»? Я понятия не имею, что это за фильм, вообще куда мы едем. А я, между прочим, посмотрел клип, когда он только вышел. И тоже не смотрел ни трейлер, ничего, никакой особенного у меня. Ну, тем лучше. Я замечал, что чем больше у меня ожиданий к фильмам, тем хуже фильм. Кого я встретил? Это ли не чудо? Золотой голос России. Не на что смотреть. Свидетели, проходите. Не на что смотреть. Ага. Да, спасибо. Это нам с ними туда. Лен, очень приятно. Да, приятно. Нам туда идти с ними или куда? Да. Все. Только побежала. Класс, да. Ты влог снимаешь? Я влог снимаю, да. Всем привет, я Макс Брандт, и это влог Дениса, и очень крутой, наверное, получится, если он меня не вырежет. Я не вырежу, обещаю. А ты не вырезаешь? Я вырезаю. Ну, я, скорее всего, тебя вырежу, но я просто сейчас хотел не создавать какую-то глупую ситуацию, поэтому сказал, что не вырежу. Да. У нас даже ряд и места есть. А с другой стороны? Как будто фараон в главной роли снялся. Питер в банде, лё! Питер в банде? Ну что за люди? Люди с красивыми прическами. Йо-йо-йо. Я с ребятами готовлю скоро фильм. Вау. А что да, это будет первый фильм по первым в России комиксам. «Майор Гром». Очень крутое кино, которое, надеюсь, осенью вы увидите все впервые. В главной роли Александр Шуликов. Да. Нет. На самом деле, прямо сейчас мы находимся на первых видеопробах.
я позвал Дениса сегодня на кастинг. Денис, можешь показать эпизод, который мы с тобой по телефону проговаривали? Да. Ты вламываешься в пустой сарай темный, да, и пытаешься найти настоящую пару. Давай, да. Там-там-там-там-там-там. Той тварь! Гениально! Все-таки Александр Шулеко, да? Что? У тебя что за камера? Я даже не понял. У него штатив короче, смотри. Это же урод, ну штатив короче, понятно. Это же очень плохая камера. Да нормальная вроде. Я бы тебе такую не посоветовал никогда взять. Ты бы спросил бы у меня, чего бы я тебе сказал бы. Это ты какой-то штатив говнище, на фалос какой-то похож. Да, ну удобно на троих. Да, да, а ты знаешь? Смотри, Саша, Кирилл, Дэн. Что думаешь о хардкоре? Я думаю, это будет хардкор. О, какого неплохо. Мне в этом фильме понравилось пока то, что там алкоголь бесплатный. Очень хорошо. Я думаю, ништяк не будет. Вот смотри, люди влог снимают нормально. Вот, не то, что ты. Вот такой пушок сделал. Вот камера такая. Ой, этот. Микрофон так микрофон. Ты как думаешь, это чей влог? Из, вот их трое, вот это чей из них? Мне кажется, того, кто микрофон держит. Он же говорит в него. А тут герои фильма тоже есть? Меня заметили. Если вы работали хоть полдня на нашем фильме, пожалуйста. Давайте все выйдем. Я каскадером работал, пацаны, все трюки исполнял. У меня настолько, я настолько старый человек, что у меня вестибулярный аппарат не справился с этим фильмом. В середине фильма я думаю, я блевану. Послушал по сторонам, что говорят, все почему-то подсирают фильм. Я расскажу попозже, когда доедем домой, про все плюсы. Из минусов он точно прилетит за сценарий, потому что, ну, сценарий, как мне показался, как раз-таки самым слабым местом этого фильма. Сценарий здесь на втором плане, все ради экшена, и экшен здесь, конечно же, крутейший. Может, в принципе, и дома нечего рассказывать, все рассказал. Не каждый день выходят такие фильмы, а тем более в России. Василевс молодцы, Бекмамбетов красавец. Но сценарий во второй части надо поработать получше, реально. Йоу! Здрасте! Так, у нас вот все уже все во внимании. Кто это? Федя, кто это? Здорово! Маленький лисенок. Лисенок? Кусок медведя! Рыба Макадона! О, тут какой-то нов! Давай, папа, я тебя вызываю на мёрзость. Смотри. Как же трудно бегать. Вот, не знаю, почему со школьных лет ненавидел бег. Вот, и обожал футбол, немножечко любил баскетбол, но ненавидел бег. Вот, просто бегать для меня, не знаю, это очень трудно и скучно. Из-за того, что очень сейчас неподвижный образ жизни, потому что сижу в офисе постоянно и особо ничего не делаю, хочется больше движения, и поэтому начинаю бегать. Но бегать тяжело, и самое противное, что всегда себе находишь отговорки, всегда находишь себе какие-то отмазки, чтобы только пожалеть себя и не побежать. И в итоге мы побежали в понедельник, и потом нашли кучу поводов, чтобы не бежать. Вот такая вот блевотная погода, и бежать было в 14 раз тяжелее. Не жалейте себя, не отговаривайте себя от чего-то, если вы хотите заниматься чем-то, что типа я очень сильно устал, я что-то не выспался, а сегодня рабочий день. В итоге это все у вас накапливается и лежит камнем на плечах у вас. И потихонечку давит вас морально, потому что вы ни хера не делаете. Делайте через силу. Просто когда-то это выработается в привычку, и вы будете получать только от этого удовольствие. А сегодня вообще не мой день. День одной девчонки. В моем влоге. Отправила письма, а теперь еду на шопинг с подругой. А мы сегодня с Тюсей. Да.
А мне Чуся подарила подарок. А я не знаю, что там пока. Но сейчас будем глядеть. Смотри, вот это прям навела. О, я сделала узелок. Это я его сделала. А, да? Да. Не поверишь. Ой, это так здорово. Это надо раскрашивать же, да? Клево, гляди, как здорово. Сказочный лес. Там в конце для меня. Да? Угу. Моей понарёше. Мне знать. Идет мне платьишко. Хочу такое платье с большими рукавами. Правда же мне пойдет? Говно какое-то продают в магазине. Есть слова в твоей правде. Зай. Зай. Тебе мама передала шоколадки. Но одну я не донесла. Одну я чуть поела. Вот так-то целая шоколадка. Да, между прочим. А вы-то съели капельку всего. Тихо, тихо. А еще я сейчас встречалась с курьером, и мне прислали такую клевую кофту, точнее свитшот. Самое интересное другое. Я первый раз расписывалась у курьера не на бумажке, а на телефоне пальцем. На груди вот так вот пускать. Пойдешь на ручки к маме? Давай, скорее иди, скорее иди. Скорее на ручки. Скорее, ой, только не кусайся. Не кусайся. Вот, смотри, совместная фотокарточка. Чпынь. Бежим. Федя, скорее, скорее, скорее. Жопа такая. Давай, да. Федька, Федька, пошли. Красивый цветочек. Я же молодец. Конечно, молодец. Сама не похвалишь, никто не похвалит. Никто не похвалит. Никто вообще. Никто меня не хвалит. Дед, как снимает? Никто вообще меня не хвалит. Вообще никто не хвалит. Кто, меня? Мне сегодня прислали кофту, но это не простая кофта. Это начало моего творчества. Я вам сейчас покажу, а вы зацените. Это пока тестовая версия. Это мой свитшот. А еще тут две полоски. Знаешь, как коллекция может называться? Как коллекция будет называться? Залетела. Влог закончу. Сегодня же не просто влог. А знаете почему? Потому что... Потому что сегодня снимаю его я. Йоу, всем привет. Снимаю свой блог или блог Дэна, или свой. В общем, привет. Вот забрала камеру, бегу домой, чтобы переодеться, привести себя в порядок. И можем вместе продолжать дальше бездельничать. Заказала чехол для телефона. Прикольный? Тот момент, когда и без очков не стыдно появиться перед экраном. Эй, всем еще раз привет! Я дома, привела себя в порядок, и отгадайте, куда я сейчас поеду. Я вам покажу одну фотографию человека, к которому я еду, и вы должны просто угадать, чем же я сейчас буду заниматься. Вот она фотография. Отгадайте, чем занимается этот человек, и что же мы будем с ним делать. Ну вот, собственно, да. Как вести блоги-то, я уже и забыла. Что за собственно? Как говорили. Такой бред. Женя, не расслабляемся. В общем, присылайте свои версии в комментарии, я выберу победителя. Шутка. Что за фокус такой странный? Камера какая-то странная. Мой бамбук. Вот такой вот он взрослый парень. Даже в горшочке уже, не в воде. Ребята, еще одна достопримечательность моего дома, моей квартиры.
Это шиншилла. Обычно шиншилла бодрствует только ночью, поэтому она сейчас в сонном состоянии, но мы ее все-таки потрогаем. Шиншилла, я к тебе. Привет. Эй, не хочешь общаться? Ну все, вот так тебя почесать. Парень, пс. Наркотики хочешь? Вот такое вот веселое животное шиншилла. В общем, пора мне выходить из дома. В общем, нам выходить из дома и двигаться дальше, навстречу к приключениям. Давайте я вам еще раз покажу чехол. Та-дам! Как вы думаете, брюнетки реально лучшие? Опять же, свои варианты оставляйте в комментариях. А вот что они делают лучше, это уже другой вопрос. Саша сказал, что борщ делают лучше. Все, погнали. Голова закружился. Тот момент, когда ты ждешь, когда за тобой заедут. Очки нужно не забыть. Синий. Синий иней. Добро пожаловать. Так и я прибыла на место назначения. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Да, конечно. Мне когда очень больно, мне хочется ударить кого-то, того, кто делает. Мы тебе можем руки связать, это так называется. Ну вот мы и закончили. Это, собственно, Арсений, который вам показывал на фотографии. Да, он бьет татуировки. Спасибо. Ладно, в этот раз было не очень больно. Местами. Место не из приятных. Да. По-моему, плечи самые не из приятных. Приходите все к Арсению. Он вам сделает больно. За деньги. Не самые приятные погоды, чтобы вести блог. Я сейчас еду на презентацию альбома Little Big. И встречаюсь там со всеми ребятами, в том числе и с Денисом. А сейчас я просто жду машинку и мокну, стою на улице. Мне очень приятно. О, что это? Зеленый круг. Ура, я в машине. Наконец-то меня забрали. Чудесный водитель. Рождественского внутрь зайдем, да? Я не знаю, там есть въезд? А выход тоже так, пешком тоже есть, внутри тоже есть. Как удобно вас, как скажешь, так поедем. Эй, ребята, вы тут в блоге. Даже не можете себе представить, в чьем. Здрасте, здрасте. Здрасте, здравствуйте. Йоу, великий. Опять, мне да? кажется, опять. Что-то... Ты уже себе оператор нашел. Что-то... Да, я крейзер. Как могу, а ты все еще сам строишь. Ну, знаешь, я, наверное, пойду по твоим стопам. Вань, нужна работа. Что расскажешь? Привет всем. Я холостяк Максим. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Да, я могу, я умею фокус делать. Угадайте его имя, напишите в комментарии. Да, это Дэн. Знакомьтесь. Дэн, ты в моем блоге. Дэн, это вот повезло-то. Смотри, не ждите как. Угадайте.
когда говоришь блог, он длится. А где у тебя находится? Надо говорить блог. Слушай, на YouTube у парней группа «Хлеб» называется. Селфи хотите? Это видео. Я вижу, что это видео, я вот промолчу. Хотите селфи? Да, Колосяк как Максим, я буду. Йоу. Да. О, привет. Это фото. Это видео. Хотите селфи? Почему нет? Красиво. Хотите селфи? Давай. Я тебя недавно в блоге видел. Красава. На ладошке. Хватает. Я его схватила. Я его схватила. Я держу его, держу. Язык проглотил. Да, но я тоже давно их не знаю. Но эти более такие четкие. Да, но они просто чернее. Ребята. Они, кстати, два. Я тут думаю, как закончить свой влог. Но ничего не могу придумать, потому что я думаю только о свидании сейчас. О чем? Нет, мне это больше уже. Ты ничего не слышал. О задании? Лучше думай, что о задании. Обманули Шулико, ла-ла-ла-ла-ла. Было классно с вами провести время. Пока. Эй! Эй, малышка! Эй! Эй! Эй, малышка! Эй! Эй!